Подожди, я не очень хорошо сижу. А я прекрасно сижу. Не надо сверкать коленкой. А, да, это неприлично. Это неприлично. Здравствуйте. Вы по-прежнему на канале Европлант Лайф, и мы все еще не уехали из японского сада Читы Успенских, Глеба и Екатерины. У них очень красиво, но, к сожалению, с погодой нам не очень повезло, поэтому съемки мы заканчиваем этим роликом. Но поскольку у меня тут в качестве массовки снималась моя старая знакомая, известная больше как эксперт по уходу за растениями Евгения Магдади. Здравствуй, Женя. Привет. Я решил воспользоваться и ее услугами как дендролога, чтобы она немножко нам рассказала о тех растениях, которые меня заинтересовали в саду. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Центр культуры Востока «Чай и шелк», который предоставил нам эти замечательные костюмы. Если кто-то захочет сделать оригинальную фотосессию, можно обратиться к ним. Они дают их на прокат, они совершенно прекрасны, поэтому мы сегодня можем в японском саду сидеть в японских костюмах. Жень, вот, ну, меня интересует вот это растение. Почему, собственно, на эту лавочку я тебя и привел? Вот совершенно потрясающие листья. Это что у нас такое? Это растение, которое называется астербоидес. Действительно очень красивое, эффектное растение, довольно неприхотливое. Астербоидес называется, потому что у него есть цветение, соответственно, и там метелочка, которая похожа на астильбу, но декоративно не цветение, а вот эти вот крупные красивые листья. Растение любит влажные почвы и, в общем-то, очень хорошо себя чувствует в таких вот тенистых садах. То есть для тенистого сада это вот нужное растение, а у нас очень много, как правило, тени в садах, и всю ее хостами закрыть невозможно. То есть это, наверное, так же, как и дармера. Да, это родственник дармеры, это родственник раджерсии. Очень хорошо себя чувствует в садах. Прекрасно. Я думаю, что нашим зрителям на заметку пригодится замечательное растение. И я надеюсь, что оно уже появилось в садовых центрах, по крайней мере, в Европлант. Вроде бы его должны были завести. Мне кажется, я его там видел. Жень, ну вот скажи, пожалуйста, как эксперт, как ты оцениваешь японский сад в плане малоуходовости? Нам же всем очень это волнует. Я понимаю, что создать его дорого. Это все понятно, потому что здесь очень много всего, и геопластика, и фитопластика, и бассейны, и пруды, и огромное количество топиарной стрижки. Газон тот же самый поддерживать достаточно сложно именно в этом саду. Ну ладно, в других можно обойтись. Ну какой это аргумент в пользу малоуходности есть у японских садов? Ну, японские сады скорее можно назвать малоуходными. Первое время, первые два года надо будет, конечно, поухаживать, подождать, пока сомкнутся растения все, там, очитки, перейки, когда сомкнутся. То есть это будут прополки, а дальше это в основном стрижки. И стрижки это, в общем, гораздо интереснее, чем прополка. Ты эффектнее, ты сразу видишь результат. Некоторые люди говорят, что они стригут сад 1-2 раза в году. Мне кажется, что 1-2 раза маловато, где-то 3-4 все-таки стрижки, чтобы прям растения очень аккуратно выглядели. Ну и прополок будет совсем немного. То есть вот из того, что я вижу, как плотно сидят растения, прополки будут минимальные. Ну вот скажи, какие растения хорошо отзываются на стрижку? Помимо с хвойными мы уже разобрались. Очень многие прекрасно на стрижку реагируют. Вот эти спиреи. Спиреи годятся любые, вот потому что, ну, в каких-то садах сидят Little Princess стридут и облачными формами, и шариками, и кубиками. И здесь вот дворф. Вообще достаточно много сортов, вообще любую, наверное, спирею можно стричь. Что для этого нужно нам спирею увидеть? Я думаю, что не все. То есть сорта с крупными листьями под стрижку я бы все-таки не рекомендовала, потому что изрезается лист, и он выглядит неаккуратно, не
некрасиво, и если вы берете какие-то растения с крупными листьями под стрижку, это лучше, чтобы они были на заднем фоне. На переднем фоне можно сажать вот дварф, литл принцессы хорошо стригутся, голд принцессы и, наверное, голд флейм я могу порекомендовать под стрижку. Также можно взять барбарисы карликовые. Скажи, а как плотно нужно сажать вот эти спирейки, чтобы они быстро сомкнулись, вот такой единый массив? Вот Глеб говорил, что у них тут что ли 300 спирей. Ну вот я не знаю, нам-то кажется, что это вот небольшой островок, он выглядит примерно как единый массив. С какой плотностью, с каким шагом надо сажать эти спиреи и барбарисы даже, чтобы они сомкнулись? Ну, я думаю, что примерно 5 растений на метр квадратный. Там Gold Princess, Gold Flame побольше можно чуть пореже посадить, дварфы чуть поплотнее. Ну вот где-то так. И они довольно быстро сомкнутся и будут такими вот уже облачками. Они хорошо разрастаются, и вот там вот можно дальше пройти, посмотреть вот на тот, видишь, камушек, да? Это Да-да. На самом деле одно растение, которое разрослось вот в такое вот облачко. А, ну то есть это та же история, если мы хотим декоративности и объем сразу же, сажаем плотнее. Да, да. Если готовы подождать, то в принципе эта маленькая спирейка может вырасти и в одно облачко. Да, да. Занять его. Ну, вот еще на этом участке очень интересная история со старыми деревьями. То есть сад покупался не с нуля, он не разравнивался, тут все не выкорчевывалось. Здесь растут старая слива, старые яблони, и они все имеют тоже оригинальную стрижку, да, на которую они отозвались благодарно, так что не сразу можно и узнать яблоню. Яблони практически то ли не ваки, то ли что, я не знаю. Вот это как вообще? Яблоня, да, стрижена под неваки, под садовые бонсай. Яблони, дело в том, что яблони очень пластичные культуры, их можно стричь очень разнообразно, то есть когда мы выращиваем яблоню на плодоношение, да, мы стрижем ее определенным образом, оставляем ветки, которые растут наоборот вверх, а здесь оставлены ветки, которые растут вниз, и сформированы яблони в такие плакучие формы, в сакуры, формируют их тоже обрезкой, то есть придется ежегодно обрезать, как и любые яблони, весной. То есть это одна обрезка в год. То есть можно сделать и неваки, и плакучую форму, и зонтик. Да, да, да. Даже оставляя маленькие побеги небольшие, не все состригая, каждый год будут даже какое-то небольшое количество яблочек. Да, да, здесь видно вот на ветках. Даже мне кажется, что чем меньше веток, тем гуще это плодоношение получается, да? В целом, да, да. Относительно японского сада, хотел тебя еще такой момент спросить. Ну вот смотри, даже те же сливы здесь довольно старые, и ну, век их уже подходит к концу. Мне кажется, что в японском саду ведь можно, наверное, погибшие растения не выкидывать, а оставлять, чтобы они несли какую-то эстетическую функцию, да. Они там прорастают мхом. Возможно, я знаю, в японских садах обрабатывают лаком, пропитывают, промаривают, то есть они превращаются в такой некий маф. Да, да, это тоже имеет место быть. Ну вот согласись, мне кажется, что вот такие мафы в садах смотрятся даже лучше, чем какие-то искусственные артефакты типа этих заезженных японских фонарей. Да. Потому что многие считают, что вот они принесли этот фонарик, поставили. Японский сад готов. Вот. А вот тут даже Глеб с Катериной, они более бережно относятся к этой истории. Я обратил внимание там на елочку, которую, наверное, бы уже другой бы садовод, наверное, и отправил бы с Богом на помойку. Они ее оставили, и в ней, ну, есть какая-то такая своя интересная своя история. Своя эстетика. Да, своя эстетика тоже. И история. Жень, спасибо большое тебе за эту беседу. Надеюсь, что нашим зрителям она тоже была интересна, не менее, чем разговор с Екатериной и Глебом. Небольшая консультация от нашего эксперта по уходу за растениями. До свидания. Смотрите канал Европлант. Всего доброго.